Тысячи людей со всего мира отметили День книги рекордов Гиннесса установлением новых достижений. Американский баскетболист Кори Лоу забросил точно в кольцо мяч с расстояния 33 метра 45 сантиметров. При этом не было заметно, чтобы он прилагал большие усилия. А вот Тим Уэйт из Далласа говорит, что ему установление рекорда далось нелегко. Он, не останавливаясь, 46 раз перекувырнулся назад через стойку на руках. Первые 30 я делал практически на одной скорости. Чувствовал, что держал хороший темп. На 35-м кувырке я словно натолкнулся на стену. Потом уже стал плохо видеть и опирался только на свои ощущения. Джо Александр из Гамбурга одним рекордом не удовлетворился. Сначала он прогулялся по 60 вертикально установленным бутылкам, а потом за одну минуту поймал рукой 16 дротиков. Так что ему вручили сразу два сертификата рекордсмена. 60? Для меня это большая честь. И я благодарен за то, что представляю Гамбург в книге рекордов Гиннесса под номером 9 и 10. В Лондоне 325 человек нарядились пингвинами, чтобы побить рекорд по крупнейшим собраниям людей, одетых соответствующе как пингвины. Также в театре британской столицы был установлен новый рекорд по одновременному вращению хула-хупов. 10 девушек на сцене крутили 264 обруча. В этот день в Книгу рекордов Гиннесса также удалось попасть отличившимся жителям Австралии, Японии, Китая и Швеции.